Почему у тебя нет ногтей? Потому что и у нас закончились продукты, представляете? Вот это каша Малоша. Сейчас я буду спиливать ногти, потому что мне очень удобно писать. Тиктоки заблокировали все. Мы сейчас будем снимать видео на канал Сестрички Лайф, наконец-то. Смотрите, ребят, папа сделал попугайчика. О боже. Всем привет! Доброе утро! Как ваши дела? Наше первое видео в этом году. Наш первый влог в 2021 году. Заканчиваются наши каникулы. Завтра уже вставать будем. Во сколько? В 7 часов. Да? Привет, Бонни! Скажи всем привет! Куда ты идешь? Кстати, Маргарита сегодня должна будет спилить свои ноготочки, к сожалению. Да? Ах ты собачка! На, Бонни, на! А с такими нельзя в школу ходить? Нет? Не зеленые. Да? А у Ксюши ногтей. Ребята заметили еще в Инстаграм на фотографии, что у тебя нет ногтей. Какой? Куда они делись? Ну, я когда выставляла новогодние фотографии у себя, и девочки заметили, что у тебя ногтей нет. Почему у тебя нет ногтей? Потому что Ксюша их сняла. Ей было некомфортно, поэтому она их сняла. Вот. Все, на пару дней ногти. Угу. Теперь убедилась, что ты не можешь ходить с длинными ногтями. Ксюша хочет эту клавиатуру, но она у нас не продается. Ну нет, другую, тут она стоит 400. Да ладно, 400 долларов Амазон. У нас Амазон нет. Не знаю. Нам Амазон не привозит. Вот это стоит такая же. Ах ты какая красивая. Но больше нету. У нас нет Амазон. Так, ребятушки, у нас закончились продукты, представляете? У нас почти пустой холодильник. А магазины-то все закрыты. А, Макс, что будем кушать? Что ты хочешь кушать? У нас есть манго. Кто хочет манго? Манго. Так, а с чем? Вот опять кто-то молоко не закрыл, и оно разлилось. Девочки и мальчики. Кто молоко не закрывает? Посмотри, холодильник в молоке. У нас хоть есть хлопья? Хлопья есть у нас? Вот. Разлили молоко по всему холодильнику. Ой! Посыпало. Нечаянно. Давай, забирай тарелочки, пожалуйста. Хеверу, что-то не вату, не ткрат. Что вы готовите? Покажи, что вы готовите. Мучи. Ты. И потом это. А завтра в школу понесете это еду? Угу. Да? Ну только это, потом послезавтра... Весь класс угощать. А кто-то еще будет готовить или только вы? Только мы, потом уже девочки. Можно венчиком, можно этим миксером. Миксер можно? Нельзя? Знаешь, как он офиск? Миксер? Нет. Он не разлетится. Вот и офа, вот и фанны, но... Я, ты их разлетим хотела. Я сама машина. Накормите завтра, я чувствую, весь класс. Как дела? Это тесто на мочи. Она потом свернется все? Ну да. Она пока еще не готова. Бон. А потом будете лепить, я думала, будут сладкие мучить. Папа тут что-то делает, Каролине, Among Us. А ты не спрашиваешь? Клевер. Какие-то поделочки. Что такое? Кесис? Клевер, ты не знаю. Мы вчера с Каролиной делали оригами Among Us, а сегодня она непонятно, что хочет. Клевер? Непонятно. А, я поняла, это как-то нужно переворачивать потом, да, вертеть? Да. Каролина замучила всех своим Among Us. Вот это каша Малоша. Ух ты. Так и должно быть? Угу. Точно? Она уже делала так? Я даже не знала, что у меня завтра будет. Завтра первый день в школе и сразу тест. А ты не занималась на каникулах? Потому что я даже не знала, что у нас будет. А кто тебе сказал? Мои друзья. Какой тест покажи? Диктант? Нам не говорили даже, что... А как они знают? Как они? Откуда они тогда знают?
Ты прослушала, наверное, да? Потом я должна смотреть, какое, что я не могу, потом ты мне должна читать. Или папа. Угу. Ну так это хорошо, что ты будешь переписывать. Ты так запомнишь лучше, когда пишешь. А потом я дальше сам. Ксюшка, точно мочи делаешь? Может, ты делаешь слайм? Слайми! Так, он же не должен прилипать к рукам. Сейчас я буду спиливать ногти, потому что мне очень удобно писать. Точно? Да. Точно-точно? Угу. Не будешь жалеть? Нет. Ну давай, тогда будем спиливать. Ну потому что мне все равно потом в школу. Ну да. Дизайн остался. Подожди, фокуса нету. Они стали покороче. Дизайн, в принципе, не испортился. Только они вот тут вот толстенькие. Если хочешь, потом тебе их немножко тоньше сделаю. Обязательно. Вот этот, по-моему, потом покороче надо. Угу. Кстати, про тиктоки, ребят. Тиктоки заблокировали все. Ну, имею в виду, у Маргариты заблокировали страничку, у Ксюши заблокировали страничку. Что интересно, у нас, если вы помните, была одна страничка, как сказать, запасная. Мы ее открыли в прошлом году, где-то летом, когда у Маргариты, она, в общем, попала в теневой бан. Мы открыли новую страничку. Вчера, значит, мы вспомнили пароль, заходим на эту страничку. Маргарита загружает одно видео туда. Там, хотя уже было видео 5, по-моему, 6. Она там актива вообще не было, она давно туда не закидывала. Она загружает одно видео, танец. Выкладываем мы в Instagram Stories. То, что у нас страничка, то, что у нее страничка, это теперь. И на следующий день эту страничку блокируют. Представляете, за нарушения какие-то там, не знаю, нарушения прав ТикТока, я не знаю, какие нарушения. Обидно, конечно, но... Все, теперь Маргарита открыла свой новый канал, но она там будет рисовать. Она не будет там танцевать, потому что ее опять заблокируют, и тогда опять все это... Сколько у тебя уже подписчиков? Что, 2000? 2100 подписчиков, поэтому мы выложим... В описании будет ссылочка. Она пока еще видео не снимала, но обязательно будет снимать. Вот. Так, здесь у меня креветки с курочкой, здесь у меня спагетти. Сейчас будем кушать, ужинать. Стол подготавливаем. Каролина... Каролина заняла весь стол со своими тут подделками. Давай кушать будем, Каролина. Вот такие вот. Там ужасики. Ты кого только уже не сделала. Мы и осьминожку сделали, а теперь попугайчика делаем. Ты к школе подготовилась? Мама! Нет? В чем пойдешь? Рюкзак? Не знаю. Я хочу другой рюкзак взять. Какой рюкзак? Оранжевый. Оранжевый? А где он? Да, он у меня в комнате. А мы сейчас будем снимать видео на канал Сестрички Лайф, наконец-то. Давно не снимали. Совсем забыли. Вот, сейчас мы его поставили, подготовили. И Маргарита будет с Ксюшей собирать рюкзак в школу. Будут перебирать свою канцелярию, смотреть, что им нужно, не нужно, что выбросить, что докупить. А что-то купить? У нас ну, может быть, что-то... Может быть, что-то вам не хватает. Может, там, не знаю, клей, резинка, карандаши. Порядок навести надо. Так что будем сейчас собирать. Что такое? Напугала? Да. Вонь, ты чего пугаешь? Ты испугался? Бедный. Эй, эй, что делаете? Осторожно, купайтесь. Нет, играем. Не надо так играть. Ой, мне нужно игрушки тут на воды. И мы разгулялись тут нужно вот так. Осторожно. И нужно искать. Кого искать? Идиона. А, вы включаете пузырики и ищете? Да. Понятно. А папа наш все еще мучается с птичкой. Кого он там делает? Попугай? Попугай? Ты... Parece un...
Это непонятно, это что монты. Такое. Да, на кузнечика похож больше. Или на дракона какого-то. А не на попугайчика. Дети, главное, купаются, а папа тут сидит, собирает оригами. Смотрите, ребят, папа сделал попугайчика. О, боже, сколько это он научился. Мне. Ксюш, ты видела? Покупайчик. Покупая попугай, не пугайте попугая. Вот так вот. А, я знаю, что это твой. Нет, водичку намочишь его, потом все. Папа старался сделать этого покупайчика. Попугайчика. Попугайчик, папа. Нравится тебе твоя птичка? Да. Да? Так, все, мы будем сейчас сушить волосики. Сушить волосики и спать. Один. Ты его не намочи, а то сейчас намочишь и все. И все, понимаю. И все, больше папа тебе делать не будет. Нет. Нет. Нет, нет, нет. Вот попугайчик может держать. Сейчас. Где мой телефон? Чупи. Где мой телефон? Так, у нас время 9 часов. 9:40. Может быть, 9:44, почти уже 10. Почти уже 10, не видно. Спать давайте уже. Вот. Завтра рано вставать. 7 часов встать? Да. 7. Все, девочки, давайте. Расходимся по кругу. Мяу-мяу. Это не мяу-мяу, это единорог вообще. Бонни. И-а. Все, давайте, расходимся по комнатам, пожалуйста. Маргарита, пожалуйста, не играй с Бонни. Почему? Она гавкает постоянно. Слышно, как она гавкает. Соседи-то спят уже. Соседи спят уже, она гавкает. Пока. Спокойной ночи. Выключай лампочку у себя там. Сильно ярко светит или убавляй. Все, пока. У меня голова болит. Я выела ее за всю подушку. Да, конечно. И что еще у тебя? Да, покашли еще. Завтра Макс в садик идет. Нет. Да. Что не хочет? Хорошо, я тебя сама отведу, ладно? Хочешь, чтобы я тебя отвела или Маргарита с Ксюшей? Я хочу, чтобы Данила тут. Данил? Данила нету еще, он еще не прилетел домой. Мама, смотри, мы будем отдыхать. За колочки. Дай мне за колочку. Когда мы новогоднюю декорацию будем? Убирать? А. Вот, смотрите, заколочка такая. После Ленок. Рождества. Ой, да хоть сейчас хочешь убирать свою комнату? Нет, все. После после Рождества? Нет, Рождество уже было. Так Новый год уже прошел, все? Ну, после... После зимы? Да. Да, я же говорю, когда хотите, тогда и убирайте. Ёлочку, ладно. Добрый. Телефон. Нет, пожалуйста, нет. Тут этикетка тут. Ой, сайзай. Маргош, давай убирай телефон. Это что? Не надо.